Состояние контейнерных площадок и проблему вывоза мусора поднял на заседании областной думы депутат Сергей Двойных. Комплекс Сахарова начал работать, но мусор не всегда вывозится вовремя и полностью. Не на всех площадках есть контейнеры, и остается вопрос, кто должен подбирать отходы, которые разлетаются из переполненных баков – региональный оператор или управляющие компании. Мы неоднократно проводили встречи на месте, выезжали с депутатами, с представителями регоператора, управляющих компаний. И всегда мы слышим примерно одно и то же. Регоператор говорит о том, что он работает по нормативам, и увеличивать количество поездок он не будет. А управляющие компании заявляют, что это не их обязанность собирать мусор, который разлетается на десятки, иногда и на сотни метров. На вопросы Сергея Двойных ответил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский. Он напомнил, что содержание площадки – зона ответственности администрации и управляющей компании. Но вывозить мусор вовремя должен рекоператор. По словам министра, в области сейчас уточняют данные по объему мусора на каждой площадке, после чего новые объемы вывоза мусора закрепят в обязанностях рекоператора. По результатам работы полугода мы будем выходить на изменения объемов образования по каждой контейнерной площадке с целью включения их в ТЕР-схему уточненную. И таким образом эти объемы будут официально за них нести ответственность рекоператора. На следующей неделе в областном правительстве вернутся к обсуждению мусорной проблемы Сергиева Посада.